социального обслуживания, депутату Совета депутатов муниципального округа Царицына Буртнику Степану Ивановичу аплодисменты! Здравствуйте, дорогие дети, здравствуйте, уважаемые родители. Я искренне рад всех вас сегодня приветствовать на этой прекрасной нашей муниципальной площадке у кинотеатра «Эльбрус» по случаю замечательного детского праздника, да? Вы все были свидетелями замечательного выступления ваших сверстников, спортсменов. Но я знаю, что среди вас тоже очень много талантливых ребят, да? И спортсмены, и чтецы, и танцоры, и певцы, да? Есть такое? Царицына выступали. Я хочу сказать, что лето — это замечательная пора, особенно замечательная для детей. Самые различные мероприятия. Кто-то у бабушки отдыхает, кто-то на море, кто-то во дворах. И вот сегодня всех вас собрали на этой районной площадке. Значит, собрали жители района, будущие нашего района, собрали всем, чтобы отдохнули, развлеклись. И самое главное, чтобы вы познакомились друг с другом, чтобы ценили и видели свой район. Вот когда вы шли сюда, вы видели, как много замечательных площадок детских на территории, да? Вот нужно их использовать. Я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Хочу, чтобы вы отдохнули, набрали сил, ну и, естественно, хорошо подготовились в школе. С праздником вас! Браво, браво!